Заблудился я капитально. Навигатор показывает такие маленькие вроде дороги, а вот эту 915-ку не видит напрочь. Поэтому я там задал, и получился, я сейчас получится объеду и опять выйду на то место, откуда я стартовал. Вот, и попробую еще раз заехать, может быть, что-то получится. Вот такие прекрасные виды. Поэтому я подумал, зачем нам дорога смерти, мы лучше будем пользоваться дорогой жизни. Вот так. Все, отправляемся. Да, туча-то заходит. Короче, что-то я тут круги нарезаю по этим горам по этим. Потерял совсем ориентир. Не знаю, где север, где юг. Тут какой тут север? Тут крутишься. Вот, но мне надо на какую-то хотя бы это дорогу выехать. Вон их тут сколько? Миллион. Я ему задаю вот эти населенные пункты. В середине задаю, он меня ведет в объезд. Уже к Черному морю туда, и от Черного моря опять сверху заезд. Снизу задаю тоже. Ну, сейчас я задал населенный пункт, где, откуда я стартовал. Так, коровки. Ну, в какую сторону пойдешь? Так. И что это, он меня поведет вон аж туда вниз, я не пойму. Вот заехал, а. Вон туда, наверное. Ого. Вон дорога. Это какую-то пастушечью дорогу нашел. И радостный едет. Сейчас будет тебе радости. Полные штаны воды. Успел как раз. Первый раз в жизни, наверное. Обычно всегда промокнешь, потом начинаешь натягивать. Я сейчас подумал, интересно, как толстые мужики одевают дождевики. Я тут пока штаны одел, такую гимнастику проделал. Если бы я еще потолще чуть-чуть был бы, все, помощь звать, на помощь кого-то. Я прям дальше. Короче, ездил, уехал вот на 20 километров куда-то туда в горы. Теперь опять вернулся, опять буду заезжать еще раз. Посмотрим. Что из этого получится? Короче, заблудился я напрочь. Нарезал уже здесь кругов столько. И никак не могу отсюда выбраться. Сейчас я прям в нее. Я думаю. А навигатор, когда он точно не уверен, он начинает рисовать фигню всякую. Вот. О! Потекло. А, тепленькая пошла. Это, короче, реальная дорога смерти. Я даю уже здесь четвертый круг и не могу выйти. Вообще выйти не могу. Вот она, значит, в чем коварность-то заключается. Ну что ты, куда едешь? 60 километров уехал, навигатор ведет, все. Бах, показывает, развернитесь 60 километров назад. Ё-моё. Эта камера что-то зависла, все не идет. Сейчас я вот подъехал к указателю. Вот он. Вот эта сукара, она достала меня. Но я сейчас посмотрел, именно мне вот туда и надо, вот эту сукару. Я ее и буду держать. Так, вперед.
это уж точно дорога смерти. Измотала меня капец. Теперь я на нее-то попал наконец-то. Но у меня загорелась лампочка, у меня бензин кончается. Но у меня нету других вариантов. Я еду. Я думаю, что я сейчас буду спускаться все время. Единственное, если я там где-нибудь застряну, и мне придется подниматься. Ну, вот уж точно дорога смерти, елки. Да, вот тебе и пожалуйста. Но я так думаю, следы тут есть, и, наверное, все-таки можно проехать. А всего надо-то было проехать немножко дальше. Я вот свернул налево, флажок у меня там стоял, я его поставил не туда. А надо было проехать еще немножко дальше, и все. И там был вот уже указатель. И вот она пошла сразу. Одна левее, другая правее чуть-чуть. Буквально 100 метров бы еще проехал. Но я надеюсь, не все так будет в этом тумане. Ох ты! По-моему, прям опытом. Здесь... О, машина, если оттуда едет, значит, проедем. Круто. Оказывается, в этом заключалась и ее хитрость. Этой коварной дороги. Ну, хотя, подождем. Может, она еще какие-нибудь сюрпризы принесет. Не знаю, что с навигатором. Это просто еду, еду, еду. Но я чувствую, вроде что-то не туда. Ну, он показывает, что он считает же все. Раз. На развилке на какой-то потух. Вернее, этот маршрут все. Пересчет, пересчитывает 180 градусов назад в другую сторону. Еду туда. Такая же ерунда через какое-то время. Короче, я опять чуть в этот Бейрут не приехал. Я уже смотрю, уже до Бейрута осталось там 10 километров. Думаю, все, это что-то не то. Кстати говоря, я сейчас вот про этот Бейрут вспомнил. Меня там остановили. Первый раз за все время полиция. Я проехал и как начал уже выезжать с него. И тоже не туда. И поэтому решил развернуться и развернулся опять в город въезжая, и они стоять. Ну, проверили паспорт, все. Я температуру замерили, да. Раз сразу мне под шлем на нос приложил эту фигню. Я думаю, вот елки. Хорошо, что еще не такая уже жара была. А то я перегрелся бы, наверное, точно показало 39 в тени. Вот что он сейчас мне рисует? Я ему ничего не задавал. Он мне... Д. Все правильно, 915. Все, флажки. Вот, блин, а. Так, уже тут интереснее начинается. Чуп. А что, не понял? Туда нельзя, наверное. Ну, поедем прямо. Может, там завал? Та дорога параллельно идет по той стороне. Ух ты! Вот это да! Это я забрался. Не хватало мне где-нибудь тут еще зависнуть. Ну ты же хотел палатку поставить в горах. Во! Ставь. Так, АБС отключил. Во, сколько у меня желтых лампочек загорелось. Ух. Фига себе пропасти какие. Тут я вам скажу, тоже круто. Не зря она так называется. Да.
Конечно, ё-моё, попал я в это облако туманное. Тут сейчас бы такая бы пропасть была. А тут вот стена отвесная. Ох ты! Че, подождать, что ли? Может, рассеяться? Вообще не видишь, куда едешь. Я не вижу, ёлки, правда. Сейчас туда там... Хоп, обрыв такой. И так... Бум. Все. Приехали. Еще один. Доездился. Да, шутки шутками. Вот так. Вот так. Завал. Завал. Завал так завал. Сейчас мне самому не завалиться здесь. Ёлки-палки, я туда даже боюсь смотреть. Проваливаешься? Мама родная! Не, я пойду лучше отсюда, а только поедет это все дело. Намокло тут все. И будет тебе дорога смерти. Точно актуальная. Да, вот сейчас... Какие бы здесь красоты открывались? Ну, все в тумане. Просто все зависло. Вот я сейчас переехал на другую сторону. Вот сейчас уже поднялся на тот же уровень. Так, это еще раз. Как сказать, не туда. Бензина стало еще меньше. Так что тут такая пропасть внизу, видать. Вон она. Да. Тут бы, наверное, вид такой открылся. Сейчас просто потрясающий. Но туман тоже жуть наводит. Такой едешь, как будто стена белая, и там ничего. Шагнул и... Да... Попал я. Ну не ждать же мне. О, навигатор показывает. Развернитесь. Через 2 километра. Вон. Ой, точно. Ой-ой-ой. Вот это та. Да-да-да-да-да. Вон она, та дорога и есть. То есть она бы так шла, наверное. По тому этому, да, это да, вниз. Если там не тот обвал. Ух ты! Так, сейчас мой мотоцикл принял боевую раскраску по этим лужам там. Подниматься, конечно, легче. Сейчас все на спуск идет. То есть, по идее, перевал этот... Надо вот оттуда, с Черного моря, заходить на него и туда. Вот эта вся красота будет на подъеме. Но зато подъем не так впечатляет. Легче ехать все это, назад надо оглядываться. А тут, наоборот, вниз смотришь и вот эту высоту ощущаешь реально. Тут бы такая сейчас была, такой бы вид был бы. Тут бы был вид, наверное, просто... Но... Пока здесь вид такой средненький. Из-за тумана. Тут такая пропасть. Тут вот. А что тут? Видишь, 20 метров вниз и все. Дальше туман. И не страшно. Едешь так. Так какая тут дорога смерти, дорога смерти. А если бы сейчас реально как открылся бы вид, все,
коленки бы задрожали бы, руки затряслись. Вот, я, может, Господь уберег от таких видов. Скажет, все, мало ли что, бах, и... А у меня внучка дома ждет, переживает за деда. Дед уехал. Я еще обещал ее на мотоцикле покатать. Вот. Ей, правда, второй месяц только пошел. О, какие наши годы. Тихо. Чуть так резко приседаешь. Я увидел вид и сразу присел. Вон тот. О. Сейчас будет открываться потихоньку. А, ну да, это мы оттуда и видели. Вот он. Шик-шик-шик. Вниз пошел. Очевидно, та сторона, просто там более крутые подъемы. А здесь, наверное, более пологие. Все равно завораживает. Даже этот туман создает такое, что мы на уровне облаков. А что, так и есть? Так и есть. Да, красиво, конечно, но этот туман не дал увидеть всей красоты. И вот теперь тут уже, короче, тут дорог на любой выбор. Хотите сюда, хотите туда. Вот в этот район приехать, если, и тут можно где-нибудь отель тут покружиться в Бейруте, вот в этом, туда съездить, сюда съездить, потом можно дальше. Вот такой можно тур организовать. Тут как асфальтовых серпантинов масса, так и вот таких грейдеров. Насчет асфальтовых, кто хочет там по асфальту пожиговать, я считаю, что это лучше, чем в Европе здесь. Потому что вот эти перевалы. В Европе что? Там хорошие перевалы, красивые, все, но там всегда встречный поток. Редко где-то разделено, всегда встречный поток, не всегда есть возможность обогнать, и толпы, конечно, народу. Завтра сниму, и поэтому назвать. В общем, я тут недалеко уже от границы, грузинской границы, и надеюсь, что завтра у меня получится ее пройти. В общем, я на побережье Черного моря, и ну я даже не смотрел, сколько, я думаю, может, километров 200 и уже должно быть направление потом. Сегодня устал, капец. Это было интересно.